Специально для тех, кто заинтересовался в нашей новой клубной одежде, буквально пара слов об этих куртках. Они охуительные. Все. Ну что, пару слов надо было? Ладно, давай тогда поподробнее расскажем. Куртки офигенно теплые, заменяют любую дубленку и пуховик. Вот мы сейчас находимся на улице, минус 20, а тепло как будто в помещении. Надо было цветочек все-таки убрать. Ладно, давай теперь уже по-серьезки. Итак, куртка не самая дешевая, можно сказать, но ее цена сложена не из вот этих вот логотипов Zero Drifter, Autoprofit Drift Team. Они на цену, если повлияли, то в сторону уменьшения. Потому что самый дорогой, точнее, не он дорогой, но подчеркивающий качество этой куртки, это вот этот вот логотип, который не имеет отношения к Autoprofit Drift Team. Вся в совокупности вот это вот материалы плюс вся разработка, это называется Titalon. На основе вот этого вот голландского продукта была уже забрендирована и сделана эта куртка. Ну, естественно, забрендирована как не куплена голландская и нашивочки, это тот самый завод, который выпускает голландские куртки, но на заказ под бренд Автопрофи. По совокупности факторов вес и удобство этой куртки и холода, которую она держит, вот я не знаю, ну, что может быть круче, я пока круче еще ничего не надевал, потому что в ней реально как в летней ветровке, а при этом она держит, ну, минус 10 с нашим ветром. Это довольно круто. Все, кто надевали в своей жизни гидрокостюмы или там занимаются каким-то дайвингом и так далее, вот материал по ощущениям, да и, собственно, по функционалу напоминает гидрокостюм. Куртка яркая, обращает на себя внимание, в первую очередь. Понравилось тем, что она не продувается, то есть от ветра защищает. Единственное, конечно, она для активных людей. Чем больше ты двигаешься, тем тебе в ней теплее. Если ты стоишь на морозе, конечно, ты замерзешь, потому что, ну, нет ни синтепона, ничего. Но нормальная лыжная куртка, очень хорошего качества, много всяких кармашек. Ну, а вот в этом кармане спрятана самая прикольная часть. Вот такая вот штучка. Сюда мы цепляем телефон или iPod или еще что-нибудь подобное. Пульт управления, огонь. Еще бы вот вывести вот на всех сотрудников вот эту вот кнопочку плюсик заменить на электрошок. Было бы тогда вообще классно. Но так очень удобно, очень мне нравится. Каждая деталька выполнена очень качественно. Липучки вот современные уже. Это не те вот, которые там кучу ворса собирают и расщепляются вот так перьями в разные стороны. То есть, ну, как бы все круто. Если кризис совсем не одолеет, то в следующем году у нас будет летняя коллекция, и там уже действительно будет побольше всего. Всевозможных кепочек, жилеточек, футболочек и прочих полезных штук. Вот, но пока вот есть вот такие куртки. Мы им очень рады. Вот. Надеюсь, что вы все не скупите.